Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами проектом без вложений. Coin ADS Pro Club. Значит, это зарубежный букс. Так вот он выглядит, главная страничка. Тут все можно изучить и прочесть. Поставить нужный язык, какой вам надо. Регистрация здесь простая. Логин, имейл, пароль. Далее прописывайте свой четырехзначный пин-код. Он нужен нам будет для вывода средств. Так, галочки везде. Нажимаете «Зарегистрироваться», после чего на почту придет письмо. Нужно подтвердить email-адрес. Минимальный вывод отсюда 50 центов. После чего мы попадаем себе в кабинет. Так вот у нас выглядит. Это основной баланс на вывод. Майн баланс, Пуршас баланс. Это реклама, это комиссионный и трафик. Ну, еще тут есть криптовалюта. Так, и наша статистика идет тут. Я просмотрела две таких рекламку и одно видео. Также здесь вот статистика идет. Топ-5 континентов, топ-5 по выводу. Опускаемся ниже. Так вот, моя как бы основной баланс я просматривала. Далее ниже, ниже. Вот создать новый аккаунт я создала сегодня, 19.05. И здесь присутствует, есть чат внутри. Присутствует админ. Вот кто-то уже с России вопрос задал. Вот все тут зарубежные товарищи. Ну что значит, так вот здесь, ну, вот язык я вот поставила, да, как бы русский. Вот здесь, где аватарка должна быть, логин, и нажимаем на треугольничек. Чтобы не завис, нажимаем на треугольничек, профиль, история, настройки нажимаем. Ну, профиль там ваша статистика, ничего особого нет. Ну, здесь можно генерально поставить свой аватар. Так, имя, фамилия, адрес. Это все по желанию. Пин-код прописывайте и сохранять. Так, далее оплата. Значит, прописываем платежные реквизиты. Perfect Pair, Advanced Cash. Ну, и тут тоже много. Нажимаем сохранить. Далее режим отпуска, можно в отпуск уйти. И аутентификатор. Это у нас что здесь? Сменить пароль и пин-код. Нажимаем сохранить. Это наша домашняя страничка. Так, зарабатывать. Зарабатывать здесь задание. ПТС на просмотре серфинга. Значит, обмен трафика, аффервал и YouTube. Я буду вот ПТС и YouTube только. Значит, ПТС мы просматриваем, нажимаем. Вот я одну просмотрела. Здесь коротенькая есть у нас. Так, сейчас какую-нибудь короткую рекламку. Мы 30 секунд. Нет, нам надо какую-нибудь. Вот, 15 секунд. Нажимаем, нас перебрасывает на страничку. Нажимаем на зеленую вкладочку. Перебрасывает как бы на рекламу. Можно вернуться обратно. Здесь идет отсчет времени. Ждем. Капча здесь очень легкая. 100%. Разгадываем капчу. Ман, мужчина. Лимен, отправить. Закрыть. Возвращаемся. Все. Так, далее у нас идет, ну, тут уже обмен трафика, то же самое, YouTube просмотры. Сейчас страничка загрузится. Точно так же нажимаем просматривать YouTube. Идет видео, мы просматриваем, и вверху появляется после просмотра, как мы определенное количество, ну, несколько секунд просмотрим, и сверху появляется такая зеленая надпись о том, что мы просмотрели видео, и нам начислили денежки. Видите, у меня уже на балансе 0.204. Так, нажимаем, я уже не буду затягивать, просто покажу вам. А там далее уже кто захочет. Ничего сложного нет. Сейчас загрузится.
Так, сейчас видео. Видео по требованию владельца. Вот так. Ну, значит, другое видео. Нажмем. Давайте это. Сильно долго грузит оно. И видео немножечко затянется. Прошу прощения. Тут ничего сложного. Вот пошло видео. Так. И вот здесь... Потом появится зеленая надпись о том, что мы просмотрели видео, и нам зачислят как бы денежку. Так, далее спускаемся ниже. Не отключить, ладно. Также можно рекламировать свои проекты. ПТС, обмен трафика, YouTube, это все можно. Так, так, ну давайте ПТС, например, нажмем. Так, новая компания. Так, название, реферальная ссылочка. 10 просмотров, вот 8 секунд. Цена указана. Также можно как бы вот 10 тысяч просмотров, это $8. Так, 100 просмотров, 25 центов. Ну, я думаю, не сильно оно и дорого. Но это уже для рекламодателей. Кто сколько захочет. Все это можно... Так. Ну, и здесь вот цена указана. Все. Так. Далее. Так. Рекламировать. Это кто будет покупать, апгрейд делать. Просматривать уже после апгрейда серф и от пакеты. Так. Далее, рефералы, вкладочка. Прямые будут рефералы ваши. Так, арендованные. И здесь у нас будет находиться наша партнерская ссылочка для приглашения. Так, здесь баннеры у нас будут. Вот. Это кто захочет рекламировать. Деньги, депозит, перевод, вывод, как я уже говорила, от 50 центов. Майн-баланс. Комиссионные, БТЦ Вали, Доги. Комиссионные. Можно даже комиссионные выводить. Майн баланс ставим. Выбираем платежную систему, какая нам надо. И так, минимум от 50.5 долларов, 50 центов. Максимум $1000. Так, комиссия 5%. Так, сумма, пин-код, как я и говорила, и нажимаем вывод. Далее, здесь перевод. Можно майн-баланс на пуршазы баланс. И вот куда вы там хотите его переводить. И передачу другим лицам. Так, и ну, тут тоже как бы комиссион. Можно на пуршазы баланс. Ну, в принципе, я все такое вам рассказала. Статистика здесь. Возвращаюсь на домашнюю страничку. И вот здесь обратите внимание, апгрейд. Значит, минимум апгрейд самое начально. Вот у нас статус фри. Стартер пакет от $3, так. Ну, а там уже по нарастающей. Что вы там хотите? Вот $3 на 30 дней. Это по желанию. Так, на 60 дней 6. Так, и другие вот. Так, и что у нас здесь? Вот пуша за баланс и комиссионный баланс. Можно покупать как с комиссионного и с рекламного баланса. Здесь вот мы на бесплатный фри пакет у нас работаем. Значит, и все это можно статистику сами уже здесь просмотрите. Вот такой вот проект. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Будет что выводить. Естественно, буду записывать видео. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.